я говорю, тебе буду рассказывать. Ну, В общем, друзья, вот Мишка, он был в Сириусе уже два раза. А набор в Сириус стажеров, то есть взрослых, которые будут следить за школьниками, он проходит по конкурсу. И в этот раз были прикольные достаточно задачи. Я посмотрел, у меня просто один товарищ стажируется, вот. В духе Мишеньки. Миш, смотри, какая задача была. Поле. Это поле рисуют, значит, его заполняют числами от 1 до 15 человек. Числа все должны быть неотрицательные. А у человека условия, значит, на его числа, что сумма равна 400. Допустим, человека зовут Дима, как того, который сейчас поступает, значит, в этот, поступил как раз уже. Вот, будет стажером в октябре, это он меня подкинул. А Маша, Ярослава, которая в Сириусе его отбирает. Точнее, которая с ним будет потом общаться в Сириусе и с нами, с лекторами общается, Ярослава. Она, значит, должна указать некоторые два соседних поля, так, чтобы вот эта сумма была максимальная. То есть такая игра, да? Дима заполняет это 15 числами неотрицательными суммы 400, любыми, не обязательно целыми. А, значит, Ярослава выбирает два с максимальной суммой. Ну и вот эту вот сумму, соответственно, Дима Ярослава и проигрывает. Вопрос, как ему проиграть как можно меньше. Ну и здесь как бы, первая такая идея, ну, в лоб. Ну, просто написать всюду 400 делить на 15. Вот, то есть всюду делить вот так написать. Тогда понятно, что где бы Ярослава не взяла, она возьмет в сумме 400 делить на 7,5, ну, то есть 800 делить на 15. Вот. Что это за число такое? 160 делить на 3, да? Ну, типа 53... Вот. И 3 в периоде, да? Если я правильно делю. Так вот, оказывается, что на самом деле это не абсолютный минимум. И... Ну, решайте пока. Делаем паузу. И вот что надо делать. Ну, давайте посмотрим на... что будет, если он расставит везде... Вот так, в клетчатом порядке. Тут 50, тут 50, тут 50, 50, 50, 50, 50 и 50. Тогда Маша не может гарантировать больше 50. Вот, то есть, по крайней мере, он может еще уменьшить свой проигрыш до 50. Ну и в этой ситуации, вот, пожалуйста, тут 400 разделено на вот такие. Значит, соответственно, видно, что 50... Он может ее посадить на 50. Вопрос, может ли он ее загнать еще ниже? Ответ, нет, и вот почему. Предположим, что он загнал ее еще ниже, то есть, что любая пара соседних клеток дает строго меньше 50. Тогда вот эта пара меньше 50, вот эта пара меньше 50, это меньше 50, это меньше 50, это меньше 50, вот это... Кирпичиком, да, мы на кирпичики разбиваем. Вот такие, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И в каждой паре меньше 50. У нас 7 пар, и в каждой меньше 50. Значит, в сумме меньше, чем 350. Но так как ему нужно, чтобы в сумме все числа давали 400, то оставшаяся клетка больше 50. Ну тогда Маша возьмет эти две соседи, уже у нее будет больше 50. Противоречие. Значит, меньше 50 он гарантировать не может, а 50 он гарантировать может. Тем самым ответ 50.